Друзья, всем привет! Сегодня будет такое достаточно необычное видео на моем канале. Сегодня у нас будет с вами распаковка. Здесь у нас будут новые ароматы, целых два аромата и три набора. Сразу скажу, пока распаковываю, что я приобретала данные новинки на сайте Beauty Depot через Сбермега Маркет. Почему там? Потому что, во-первых, у меня накопилось достаточное количество баллов, бонусов, которые я могу реализовать во время новой покупки. И я нашла промокод, очень хороший, очень выгодный. И в итоге у меня сформировался достаточно выгодный заказ. Так. Раньше Beauty Depot по-другому упаковывали аромат, насколько я помню. И я выбрала вот такой аромат. Это у нас с вами Лолита Лемпика или Лимпика. Называется он Лолита Ленд. Посмотрите, какое красивое оформление. Просто прелесть. Но вот такую коробочку я 100% не буду выбрасывать. Какая красота! А флакончик еще круче. Друзья, напишите, что думаете об этом аромате, если он у вас есть в вашей коллекции или вы ранее с ним знакомились. Ой, ну какая прелесть. Да, божья коровка. Это что-то с чем-то. Я в восторге от самой коробочки. Ой, тут даже какой-то еще и цветочек. Так, а что это за цветок? Интересно, что это за цветок? Распаковываем аккуратненько. Хочется такую красоту аккуратно распаковывать. Хотя обычно я прям разрываю всю упаковку моментально. Этот хруст целлофанчика прям будоражит мои нервы. Пока открываю коробочку, напишите, пожалуйста, любите ли вы видео в таком формате. Я в последнее время просто обожаю смотреть распаковки у девчонок, у ребят. Вау, вау, какая красота. Смотрите, там еще какая-то штучечка такая. Оп. Друзья, это еще фееричнее, чем я даже ожидала. Боже мой. Я вам уже говорила, что образ оленя, такого благородного, красивого, умнейшего создания, мне очень нравится, и моей дочке тоже. Сегодня Алиса будет просто в диком восторге от этого флакона. Боже, какая красота, друзья. Я любуюсь вместе с вами. Цветочек, олененочек. У этого оленя есть еще и крылья. Так, я когда смотрела на этот аромат, я даже не обращала внимания на эту красоту. Здесь есть и стрекоза. Друзья, маникюр у меня отсутствует, потому что вчера работала с цветами весь день, точнее, весь вечер. Так, здесь какая-то улиточка. Цветочки. Очень красиво. Красота. Так, ну что, а теперь будем делать первый занюх, первый затест. Так, ну что, друзья, я взяла блоттер, берем с вами флакончик и будем делать первый затест. Посмотрим на распыление, я буду вам говорить то, что я слышу в первый момент. Конечно же, в дальнейшем наверняка мои ощущения, ассоциации немножко поменяются, когда аромат немножечко придет в себя. Так, делаем затест. Отлично, распыление облачком. Вау, какой он красивый. Ничего себе. Так, я сейчас слышу сладкие цитрусы. Я слышу корочку грейпфрута, такую терпковатость, горьковатость, очень легкую, нежную. Я слышу специи. Перчик, скорее всего. Я слышу такую какую-то взрывную, позитивную, бодрую фруктовость. Белые цветы. Сладковатый в сердце. Что же такую сладковатость нам дает? Какая приятная, такая тягучая, нектарная фруктовость. О, друзья,
Я сейчас взорвусь, наверное, от эмоций. У меня почему-то так же, как и в игре «Рандеву восьмое чувство», «Слепых за тестах», вот такие же у меня сейчас эмоции, похожие очень. Когда мне хочется взорваться от переизбытка эмоций, от этих альфакторных новшеств, которые ощущает мой нос. Это так красиво. И розочка там есть, такая нежная-нежная розочка. Сладковатый аромат, скорее всего, за счет ванили. Как это красиво. Да, такая прям зеленая сладковатость, я бы так сказала. Конечно, деревяшки, мускус. Какие-то смолы, мне кажется, в базе есть. Я в восторге. Я в восторге, слушайте, это так красиво. Это не только красиво в плане оформления, с эстетической точки зрения, но это невероятное блаженство, именно что касается самого аромата. Ой, друзья, ну мне хочется вдыхать и вдыхать этот аромат с блоттера. Мне кажется, на коже он будет еще красивее звучать. Такая ноточка есть в базе, какая-то прям такая интересная. Не могу пока понять, что это так классно и красиво пахнет. Это просто прелесть прелестная. Я в диком восторге. Еще учитывая, по какой бюджетной цене с баллами и с промокодом мне этот аромат достался. В подлинности ароматов сайта Beauty Depot я даже не сомневаюсь. Это восторженный восторг. Это просто это что-то с чем-то. Так, друзья, продолжаем. Так, я распаковываю вторую посылочку. Здесь у нас уже большая коробка. Здесь у меня будут три набора и еще очень интересный аромат. Наборы я, честно говоря, взяла на подарки, но у меня такое ощущение, что какой-то из этих наборов я захочу оставить себе. Наверняка так будет. Для меня это знак того, что я правильно выбрала подарок для моих любимых людей. Потому что стараюсь дарить хорошие подарки именно такие, которые бы я очень хотела тоже получить. Итак, первый набор это бренд у нас Jean en Provence. Мыло здесь у нас развалилось. Ничего страшного. Так, это у нас, я не вижу здесь обозначений. Линия Jasmine Secret. Здесь у нас крем для рук. Здесь у нас мыло твердое и женская парфюмерная вода. Радует то, что именно парфюмерная. Я заказала три таких набора с разными ароматами. Даже и не знаю. Я, наверное, точно захочу такой набор для себя. Все хорошо упаковано. Вот такой вот объемный мягкий материал. Я этот материал никогда не выбрасываю, потому что использую для своих парфюмерных посылочек. Так, второй набор. Это у нас уже с розочкой. Тоже мыло немножко тут вываливается и оставляет небольшой след. Но ничего страшного. Очень красивое оформление в стиле L'Occitane. Так, и вот этот набор. Единственный из трех, в котором не вывалилось мыло. Это у нас уже цитрусы. Если покупать раздельно крем, отдельно мыло и отдельно парфюмерную воду, получается почти что в 3 раза дороже. Обратите внимание, в Beauty Depot есть такие ароматы, и вот такие ароматы можно отдельно приобрести. Так, было бы круто, если был бы еще отдельный набор, где было бы вот это твердое мыло в различных ароматных вариациях. Так, друзья, и мой новый аромат. Мой новый аромат мы с вами распакуем вместе. Так, и это Труссарди, версия парфюм. Я вам еще не говорила и не показывала. У меня в начале ноября, на день рождения моей дочки, появились вот такие ароматы. Это Pure Jasmine и Ruby Red. Пока что не буду говорить свое мнение про них, но скажу кратко, что ароматы достойные, интересные. Один из них мне понравился не настолько сильно, насколько другие блогеры хорошо про него говорили, но об этом более подробно в следующих парфюмерных видео я вам расскажу. Так, ну что, версия парфюм выглядит следующим образом, такая именно бело-золотисто-черно-припудренная коробочка. Я помню, у моей мамы, когда еще была ребенком, был юбилей, ей подарили духи Труссарди в такой очень красивой коробке.
Ну, так как моя мама не пользовалась никогда косметикой, ароматами и особо уходом, этот аромат достался мне. Мне тогда было, наверное, лет 15-16, я еще была подростком. Я только-только начинала знакомиться с парфюмерией. Я помню, что я понимала, что аромат мне не подходит по возрасту, да, по звучанию, несовместим с моим возрастом подростковым. Но точно помню, что я вот именно наслаждалась им. Я его нюхала из пульвика, с руки, из блотера. Я помню, насколько мне было приятно. Так, открываем, друзья. Ой, такие приятные, конечно, ощущения во время распаковки я испытываю. Здесь такая как бы... то ли прорезиненное, то ли софт-тач покрытие на крышке. Достаем. И сразу взяла 60 мл, потому что выходило намного выгоднее взять именно такой объем, чем объем в 30 мл. Так, сейчас будем с вами распылять и слушать. Слушайте, сейчас вдыхаю аромат с блотера Лолита Лемпика, Лолита Ленд. Это просто какая-то феерия красок, это что-то с чем-то, мне кажется, это любовь. Не то, что с первого взгляда, а просто с первой секунды. Я в восторге, я в дичайшем восторге от этого аромата. Так, друзья, делаем первые брызги аромата Труссарди. Здесь у нас такая симпатичная надпись. Все очень красиво выглядит, очень приятно все держать в руках. Тут вот трубочку практически не видно. Так, давайте для сравнения я поставлю рядышком аромат в 30 мл, чтобы вы видели разницу между ними в объеме, в размере. Я думаю, так будет поинтересней. Так, ну что, начинаем, друзья. Начинаем. Я немножко волнуюсь, потому что прям очень долго его ждала. Уже какие-то предположения построила в своей голове на тему данного аромата. Так, почему-то не было холостого пшика. Не было. Слушаем. Ой, ну мне нравится, конечно же, он мне нравится. Безусловно, это очень красивый аромат. Ой, ну все. Это круто. Это превосходно. Это, безусловно, белоцветочный аромат. Это цитрусовый аромат. Прохладный, очень-очень женственный, красивый, многогранный, припудренный за счет фиалочки, скорее всего. Так, и что у нас здесь в базе? В базе пока не знаю, что. Пока что слышу именно начало и сердце. Это очень красиво, друзья. Это прям круто. Я точно помню, когда я читала «Пирамиду», там была какая-то такая нота, которая меня удивила. А, нота томата, то ли лист томата, что-то вот такое с томатом связано, с помидорчиком. Не знаю, как это можно преподнести в парфюмерии, не могу даже предположить. Но я не слышу ничего такого не томатного, что касается самого плода, что касается ботвы томатной. А я, кстати, очень хорошо помню этот запах, потому что нашего папы в деревне, нашего дедушки, у него свои теплицы, за которыми он пристально ухаживает. Я просто вот помню это ощущение летом, когда заходишь, и там вот этот вот аромат томатной листвы, ботвы. Нет, я здесь такого ничего подобного не слышу. Белые цветы, лаванда, и, по-моему, да, кожа или замша там еще в базе. Да, вот сейчас поступают какие-то такие оттенки. Мне кажется, там еще есть древесные аккорды, такая очень легкая древесность. Никакого мускуса я здесь не слышу, друзья. Это очень красиво, я довольна, как слон. Это превосходно. Вкратце скажу, что вот эти два аромата из этой серии мне больше всего понравились. Ruby Red. Я про него посмотрела несколько отзывов, все девчонки были от него в диком восторге. Но, честно, он меня так сильно не впечатлил. Я подробно буду снимать видео про эту серию, про эту трилогию. И я думаю, что
мнение тоже, возможно, немножечко поменяется про версию Eau de Parfum. Вот здесь, конечно, очень классная нотка фисташковости, такая прям вот тоненькая, красивая, женственная, легчайшая ноточка. Ну, в общем, говорю, что подробно расскажу все в следующем видео, а сама начинаю болтать про ароматы. Ну да, на эту тему, конечно, меня сложно остановить. Друзья, из заключения вышесказанного, у меня просто самые лучшие, самые крутейшие эмоции сейчас, потому что оба аромата – это попадание в яблочко. Я точно их буду носить, буду их разгадывать, причем с огромным удовольствием. И здорово, что именно вот этот аромат Lolita Land попал в мои руки именно осенью, потому что я предполагаю, что, скорее всего, именно прохлада – это его время. Боже, какой чудеснейший олененок! Это что-то с чем-то. У меня был выбор приобрести либо Lolita Land, либо аромат Mugler Alien, повторить его. Но все-таки решила что-то новенькое заказать, потому что Mugler Alien у меня уже почти закончился. И он мне просто нравится. Я его не люблю всем сердцем, то есть я не трясусь от этого аромата. А вот это что-то с чем-то. Это просто парфюмерная сказка, это настоящая истинная красота. Довольно как слон, буду сегодня изучать, буду сегодня получать самые лучшие положительные впечатления, эмоции, и, конечно, поделюсь ими с вами в следующих видео. Друзья, спасибо, что были со мной. Напишите, пожалуйста, как вам такой формат, нравится, не нравится. Снимать ли мне еще распаковки на камеру следующих моих новых ароматов или нет. Желаю вам прекрасного, хорошего, успешного дня. Я вас всех обнимаю. И, конечно, целую. До свидания, пока-пока. Друзья, нет, не пока. Моя парфюмерная жаба решила, что надо все-таки открыть один набор. Я выбрала аромат с жасмином, потому что, во-первых, я люблю жасмин, я люблю белоцветочные ароматы, и у меня заканчивается крем для рук. И я подумала, отличный момент для того, чтобы распаковать один из наборчиков. Ну, если что, я просто закажу еще один. Друзья, я вот вам рассказываю про этот сайт Сбер Мега Маркет, но там есть огромный минус, у них большие косяки с доставкой. Очень часто то, что я там заказываю, мне приходит большим опозданием, то есть если вы хотите что-то взять на подарок, например, и вам нужно к определенному числу что-то приобрести, имейте в виду, что они могут вас в любой момент подвести, к сожалению. Но удобно то, что вот у меня эти заказы мне приносит курьер Самокат, то есть мне не нужно нигде стоять, не нужно тратить свое время на очереди. Так, уже вижу, что очень плохо приклеена наклеечка, и это минус. Мне бы не хотелось, чтобы в аромате, который дарю своему близкому человеку, была отклеена наклейка. Мне это не нравится. Так, наносим. Ну, мне кажется, это какая-то очень приятная, такая, наверное, позитивная поливашка. Очень симпатичная здесь дама. Это оформление хорошее, но вот отклеенная наклеечка – это плохо. Так. Ну, это белоцветочный. Это немножко цитрусовый аромат, такой летящий, спокойный, женственный. Зеленые какие-то нотки здесь я слышу. И здесь тоже у нас девушка на крышке. Ну, скорее всего, это не парфюм, скорее всего, это что-то наподобие одеколона по стойкости будет, я так предполагаю. Ну, в общем-то, очень даже неплохо после ванны, после душа поливаться, почему бы и нет. Так, мыло, давайте понюхаем. Кстати, у мыла другой аромат. Мыло по-другому пахнет. Интересно. Ну, а крем для рук увлажняющий я попробую, может быть, свое мнение оставлю в каком-нибудь из ближайших влогов. Ну, оформление классное, приятное. Мне очень нравится держать такие продукты в своих руках. Обратите внимание, девочки, на такие наборы. Я просто лично обожаю, когда мне дали подобные наборы. Я всегда ими пользуюсь, всегда радуюсь. Вообще, я рада всегда любому подарку. Любой подарок для меня – это радость, это воспоминания. Ну все, дорогие мои, теперь точно закругляюсь, обнимаю, целую и до свидания.